Копчики юные. Юный копчик. Покинул гнездо. Птенцы покинули гнездо, копчики. Самка летает и беспокоится. Вот еще один птенец. Покинул гнездо. Два. Мать летает и беспокоится. Кричит. Вот и птенцы копчика, которые вылетели из гнезда. Дерево упало, и они покинули гнездо. Так, два. Далее. Третий. Не вижу четвертого. Птенцы копчика. Мои хорошие знакомые. Один улетел. Второй сидит. Это мои хорошие друзья. Это те, которые я, которых я видел в гнезде. Так. Второй. Третий улетел. Птенец, которую я снимал в гнезде. Один из четырех. Он внимательно смотрит на меня. Птенец копчика. Вот второй. Птенец из этого же гнезда. Третий улетел. Третий ушел. Красив птенчик. Они еще плохо летают,
Отец с матерью их еще кормит. Конечно, кормит. Так. Вот еще один. Вот еще один птенец, но уже из малознакомого мне гнезда. Это два птенца. Так, один. Очень знакомые мне. Очень. И второй. Дерево, на котором было и гнездо, упало от ветра. Но птички не пострадали. Это второй птенец. Птенец второго гнезда. Уже разрушенного ветром. Вернее, гнездо не разрушено, а дерево упало. Дерево упало. Но птенцы благополучно покинули его. Правда, вижу только два. Третий улетел, а четвертого я не видел. Вот два старых знакомых. Это из первого гнезда. Из первого гнезда. Из первого гнезда. А мать летает и нервничает. Два. Птенца из первого гнезда. Два птенца из гнезда, которых я обнаружил раньше. Гнездо, которое я обнаружил раньше. Два птенца. Первого гнезда. Копчики. Некоторые отличия в окраске.
возможно, то, что рыжеватая, это самочка. Самочка, возможно, рыжеватая. А это, наверное, самец будущий. Птенец из малознакомого мне гнезда. Птенец. Так. Вот еще один птенец. Самочка взрослая. Так, два. Так, это отец семейства. Отец семейства, копчик самец. Самец, копчик. Это самка.